Halt, 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 halt! Schneller, schneller! Halt! Я? Чарли Чаплин. Просто в этом фильме я... Этот, во, как Гитлер, во. Хальт, хальт! Шнелл, шнелл! Вот. Ну вот, решили снять продолжение фильма. Диктатор. Диктатор. Только вот забыли сказать, в какой стране будут снимать. Или... Бразилия. А может быть... Колумбия. Колумбия. Или... Россия. Да, да, как же, в России только такой фильм снимать. Или... Гаяна. Гаяна. Но... Мистер Крабс, шнелл, шнелл! Перестаньте говорить по-немецки, я не понимаю по-немецки. Шнелл это быстрее, шнелл. О! Быстрее, я... быстрее, давай! Ой, все. Я подбирал всех команд. Спанч Боб сказал, надо забрать. Да, кого ты тут собрал, посмотрим. Планктона. Не ори! Минни Маус. Лиса. Я спрятался. Хорошо, я спрятался. Лиса. Не, я самый хитрый тут из вас. Барби. Чобби Гамми. Поможем? Поможем. Пожарный. О, будет много работки. Космонавт. Я лучше полечу в космос. Стив и Скеллинтон. И Город Героев 6. Ага, Город Героев 6. Ну, герои, готовы ли помочь? Да, готовы. Шнелл, шнелл! Не ори. Иди-ка поспи, а. Ноу, хальт, хальт. Какой-то странный. Ладно, мы тогда пойдем поспим. Отдохнем уже вечер, как-никак. Арбайтер! Арбайтер! Что это значит, арбайтер? Работать надо, работать! Работать, Стив! Не видишь, я уже работаю! Я отправляю... В скоростном поезде. И куда же мне ехать? В Бразилию. Бразилия, первый балл. Ну вот, хоть кто-то да помогает. О. Арбайтер, арбайтер! Ох, извини, мне некогда. Я отправляюсь в космос. Может, спроси у своего механика. Он починил тебе машину? Where is my car? Красный кар. Если тут красный цвет где-нибудь. Колумбия. Колумбия первый балл. Россия. Россия первый балл. И Гаяна первый балл. Вау. Вот как механик хорошо помог. А я отправляюсь. К солнышко. К солнцу, к звездам. Там, где много солнца, много звезд, много планет. А тут есть вообще-то звезды или солнце? Есть. О, солнечная Бразилия, получаю второй балл. Шу. Слушайте песни, Fireman. Да? Ну давай, послушаем, сколько... Сколько у меня шлангов? Один только шланг. Значит, песня? Один. Номер один. Ой, некогда, мне надо пожары тушить. Пока я отправляюсь... В ферму. На потом... ферму Простоквашино тушить пожар. Эва, помогать кто будет?
Чаби гами. Какой-то странный лес. Ни одного медведя Гамми. Ты медведь Гамми? Нет. О, я заблудилась. О, помогите мне выйти на эту страну. На границе хмуро ходит уши. Да и где же наш лес? Колумбии, Богота. Колумбия, второй бал. Ну ладно, пойду-ка я. Пирожок? Булочки? Пирожки, булочки! Какой жрать? Ну, жрать! Пусть... Работать! Выучи азбуку, Барби! Грубиян, потише. Я не грубиян. Крокодил. А то я крокодилов натравлю на тебя. Во! Р. Раки. И покажу, где раки зимуют. Какие медведи? Какие велосипеды? Ты что, в цирк попала, что ли? Газель. Да. Какие еще газели? П. Бармалей. Вот так ты настоящий бармалей. Что? Хальт! Хальт! Я зову Гитлера сейчас. Давай. Слушай песни, лисенок. Да? Ну ладно, сколько у меня букв? 3. Песня номер? 3. Это я. И то, и там, и тут, и тут, и там. Такого не бывает. Винни-Пух какого цвета? Коричневый. А я какого цвета? Коричневый. Ну, посмотрим, если тут где-нибудь, может, коричневый. О, Колумбия, 3-й балл. Круто, нашли. Слушай песни, Минни-Маус. Да? Ух ты, песенки, сколько у меня бантиков? 2. Песня номер 2. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей обилки, да, да, да. Но что? Ты меня тупым назвала? Сочиняю я неплохо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Микки, Микки. Что Мини? Fuck you. А, Маус, Микки. Матерные слова. Ну все. Но матерные слова. Потом блокирует видео за матерные слова. Он мне показал палец. О, это же ужас. Этого видео заблокируют за это слово. Мультяшки пальцы показывают. Не ори, сейчас я помогу быстро. Так помоги, Планктон. Посмотри в компьютере и все узнаешь. Колумбия, 4-й балл. Так, какие еще роботы? Глобус. Есть Гаяна на глобусе? Есть. 2-й балл Гаяна. П. Баран. Кто баран? Ты идем на боту. Ой. Меня бараном назвали. Планктон баранов. Да. Ну, починили твою машинку? Я починю тебе внедорожник. О, черный бумер. Черный бумер, черный бумер, черный бумер, заводной. Если где-нибудь черный. Гаяна. 3-й балл. Нету больше. Шу-ху. Мистер Крабс. Что? У вас хорошо получилось. Может, и азбуку поможете? Ну, конечно, я же умный краб. Кинг. О, я король, да. Колумбия, 5-й балл. Буст. 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 Рамон.
Где? Гвидо. Гвидо. Ничего не подходит. А, ну ладно, тогда я пойду. Я пойду, где солнышко. Пойду отдыхать на солнышке. Так, сколько нас? Шесть. Наша песня номер шесть. Сикс. Зикс. Зикс, зибен, ах, найн, тен. Кораблик. Кораблик? Шнелев, шнелев, кораблик. Россия третий балл, Бразилия третий балл, Колумбия шестой балл, Гайана третий балл. Вау, спасибо. Не за что. Сейчас скелетон полетит вниз, как спортивный самолет. Я лечу! Да и куда же он полетит, этот самолет? Колумбию. Колумбия. Седьмой балл Колумбия получает. Мой круг света полети. Я думал, я в космос полечу. Вот космос. О, спутник, там спутник. И где же этот спутник находится? В земле. В земле? Ну ладно. Ага. Ну что, файрмен? Что? Я готов азбуку изучать. Гусеница. Коза. Какая коза? О чем вы тут вообще? Бабочка. Бабочки, козы. Рыба. Да, никакого толка от тебя. Книжка вообще отстой. Как нам Машины именины, и пикни мы к... Ой, извини, Чаплин. Мне там бабуля каравай испекла. Все, я пошла, пока. Да. Никакого толка от вас нету. Надо спросить у главного эксперта. Я слышал, что вы орете. Давай быстро, колись, где проходят съемки фильма «Диктатор 2». Ладно, мистер Чаплин, «Диктатор 2» приходит в Бразилии. О, там же Рио-де-Жанейро, там карнавалы. Едь туда, в Рио-де-Жанейро. Круто. Ордем э прогрессо. Угу. Что-то там написано. Ордем де прогрессо. Чё? Там лес? Рио-де-Жанейро ещё. Всё, я хочу в Рио. Я в Рио хочу. Там... ладно. Чаплин. Чарли Чаплин отправляется на съемки. «Диктатор 2» в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Смотрите в кинотеатрах.